Привет, это Осетия Ньюс и наша подборка новостей. Жительница Северной Осетии выиграла в лотерею квартиру. Основное правило розыгрыша – совпадение 15 чисел с выпавшими шарами из лототрона. У нее это получилось, и, кстати, стоимость выигрыша – 2 миллиона рублей. В Владикавказе продолжается предварительное голосование в Гордуму. Его проводит одна из партий кандидатов. В бюллетенях 115 кандидатов. Основной период голосования пройдет осенью этого года. Сегодня у выпускников школ начинается основной период сдачи ЕГЭ. Первые тестирования пройдут по географии и литературе. Затем стартуют математика и история. Весь основной период по всей стране закончится 1 июля. Это все главные новости на сайте osetia.news.